оригинальная наша композиция. Специально для вас, поэтому не школа барабанов Тамбов. Всем-всем-всем, ладошки, аплодисменты, ребята! Спасибо за то, что сегодня пришли. Давайте немножко вместе с нами покайфуем. Можно подпевать. Вопреки, делай от руки, мир переверни, небо покинь. Да. Ждем наброски в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике. Жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас поздно спасать и поздно мечи убивать, что дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, на круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все трех ногами. И эти звезды в темноте, в фаме, друзья, зажженные фонари. Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова в трепестке, нас не починить, плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Один Г. Вот там мы находимся. Вот. Нас очень легко найти ВКонтакте. Не школа барабанов Тамбов. Вообще, на самом деле, если вы будете писать просто не школа барабанов, вы найдете примерно где-то 150 филиалов по всей стране. Ребят, мы находимся в Белоруссии, в России, в Казахстане. И не поверите, две школы открыли в прошлом году и в этом году. Ваш в Мексике и в... Где еще? В Бразилии. В Бразилии, точно.
Вот, Мексика, Бразилия. Если интересно, кого посмотреть в интернете, вы найдете эту всю информацию. Поэтому, ребята, для того, чтобы заниматься, вам нужно просто прийти туда ножками. Да? Для вас мы организуем пробный урок. Он тоже будет бесплатный. Поэтому, в принципе, как и мы сегодня здесь, вот, можно прийти бесплатно на 2 часа, отключиться от внешнего мира, перезагрузить мозги и как следует отдохнуть, кайфануть. Поэтому, ребята, кому интересно, если узнать все подробности, когда можно прийти, вообще можно прийти хоть каждый день, ребят. Мы работаем с 11 утра и аж до 11 вечера. Итак, сейчас мы с вами немножко развлечемся финалочкой нашей, да, музыкальной, вот. А если вот кто не знает еще, вот Василий, вот человек в пуховике в черном, вот этот, который немножечко похож на персонажа какой-то компьютерной игры, не знаю, почему мне так кажется, вот. Ну, пускай будет так. Вот к нему нужно подойти, если вы хотите узнать подробности. Итак, ну, я хватит болтать, Санек, я себе так говорю обычно. Все, будем играть. Прошло все то же, будет правда. Все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Скоро рассвет. А выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь. Кровью как ветра палит тени. Выхода нет. Выхода нет. Где-то мы расстались, помню, в каких городах, словно это было впервые. Через мои песни идут и идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать, чью-то тетрадь, кровью как ветра полетели. Выхода нет. Выхода нет. Сколько мы пройдем, все тоже гудеть проводам. Все того же ждать самолета. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь. Кровью как ветра полетели. Выхода нет, нет. Выхода нет. Выхода нет. Выхода нет. Выхода. Thank you.
Один. Отлично. Tommy and Gina never back down.